Ребят, всем привет, сегодня вот выпуск такой, 6 игр, Talking Tom Jet Ski, новая игра вторая будет, новая игра третья, PvZ Heroes для тех, кто хочет, Mario Kart гоночки и Band 10 будем бегать. Вот эти все игры сегодня будут у нас по порядочку, садитесь поудобнее, пишите еще, какие игры мне добавить в следующие выпуски, и, конечно же, лайчонок, поставьте лайчонок, мне приедет приятно. Ну что ж, поехали, Jet Ski, у меня сохранение, к сожалению, походу слетело. И я как бы тут на самом драндулете буду сейчас ездить. Смотрите, меня, наверное, обгонят все. Ну, я буду стараться, конечно, победить. Давайте посмотрим, получится или нет. Погодка хорошая, смотрите, какая вообще красота вокруг. Вообще, тут океан, пальмы, хорошая музыка, хорошая скорость. Ну, нет, не могу сказать, что хорошая скорость. У меня драндулет, самый стандартный, начальный. Я его не проапгрейдил, и поэтому он еле едет, видите. Хотя кого-то догнал, смотрите, это, по-моему, поддавки какие-то. Они от меня уехали перед финишем. Перед финишем я победил, как так вообще, что это было? Ну они реально поддаются, потому что это мои друзья. Хорошие друзья поддаются, чтобы никого не обидеть. Так что я считаю, это реально хорошие друзья у меня тут. Это не то, что Анжела тут, видите, Анжелы не было. Вот была бы Анжела, она бы не поддавалась. Там, по-моему, не она была, или она была, я не заметил. Ну, это, наверное, ее сестра, скорее всего. Если она, то это сестра ее стопудово. Она бы мне не поддалась. Так, вот, смотрите, что у меня есть. Вот он, драндулет наш, супер сплэш называется. Видите, ничего у него нет, скорости вон какая, это ускорение. Короче, о, green lights, неплохие старты написано. Это, скорее всего, типа стартует, хорошо скорость набирает при старте. И все, это единственный плюс этого драндулета. А дальше скорость теряется. Вот смотрите, я, наверное, стартану хорошо. Ну так, нормально, видите, я второй. А дальше скорость уходит в никуда. Ладно, погнали, сейчас посмотрим. Видите, Анжелы нету сейчас. Тут у нас Хэнк и Бен против меня. Может быть, в конце тоже поддадутся мне. Они очень далеко уехали. Смотрите, я просто еду без ошибок, без ничего. Они все равно уезжают просто. Вот, смотрите. Вот здесь они начинали проигрывать, начинают. Смотрите. Как будто у него топливо заканчивается, смотрите. И все, я просто его обогнал. Ну, это очень странно смотрится, как будто реально поддавки. Но вот на этот раз Хэнк не поддается. То есть Бен поддался. А этот, может быть, перед финишем сдаст позиции. Не знаю, давайте смотреть. Сейчас посмотрим. Ну, он очень шустро летает, видите, как... Смотрите его, как он... Вот, вот он начал скорость терять, смотрите, как будто у него сломалось что-то. Смотрите, почти финиш, и я могу выиграть. Нет, он не дает мне, но очень близко был, видите. Почти поддался мне. Не знаю, что-то так сделано. Так, мы можем что-то сделать. А, мы можем тут строить все, смотрите. Это мой домик такой небольшой у океана или у моря, не знаю. Ну, океан, скорее всего. Красота тут какая. 50 монет дали за ежедневный бонус. Так, а у меня есть еще какой-нибудь персонаж открытый? Нет? Никто не открыт. Нет, вот если я дострою, я, короче, оказывается, Анжелу открою, если я дострою свой домик. Так что мне надо немножко поднатужиться. Поехали. О, хороший старт у меня, ну-ка. В кои-то веки я первый стартую. Ну-ка, ну-ка. Блин, а что это? А, это наоборот круто. Я думаю, что на месте я стала? Это подводная лодка. Ты вначале стоишь на месте, а потом с огромной скоростью летишь под водой. Монеточки, монеточки, монеточки. Прыгаем. Так, сюда. Прыгаем здесь. Хорошо. Трамплинчик. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Пум-п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 ум. Ух, не хочу это ломать, я скорость теряю. Сейчас много скорости потерял. Но меня никто не догнал, слава богу. Отлично, первое место. Сундучок, что в сундуках здесь интересно находится. Ну-ка, ну-ка. Ай, надо еще ждать 2 минуты. Ладно, идем дальше. Следующая игра Smash Runner. Что-то новое, короче. Давайте смотреть, что же выпустили разработчики в 2022 году. Ну, вначале говорят интернет в Руби. Сразу же чувствую очень много рекламы, скорее всего. Ну-ка, подожди, не то нажал. Вот это. Будет играться? Нет, видите. Нельзя так сделать. Wi-Fi включить, потом выключить. Нет. Проверяет игра. Очень плавная игра, сразу скажу. Как будто тут не 60 кадров, а 120 реально. Очень, очень плавная. Что-то мы собираем, не понимаю, какие-то цифры. 51 и что дальше? А, дальше мы пробиваем их, видите? Наша цифра уменьшается. И над, чем больше наберешь, тем больше пробьешь всего. Ну, короче, как-то так. Давайте дальше. Пожалуйста, только рекламу не врубай. Так, что это? Так, собрать. Что это? Collected 3. Так, тут уже ловушки какие-то пошли. Дальше что? Ой-ой-ой, я и взлетел куда-то. Монеты не знаю. Так, это 40, я не смогу пробить. Видите, у меня 34, а это 40. Написано, типа, избегай этого. Иначе ты не пробьешь. Так, это мы прыгнули куда-то. Так, здесь какая-то ловушка. Одна, вторая. Проходим. И сколько у меня цифр? 59 получилось.
Давайте смотреть, что мы пробьем. 5, 5, 5, 10, 10, 10, все. Блин, тут надо, не знаю, 100 с чем-то, чтобы у меня было, чтобы дальше пройти. А лучше 200, наверное. Так, вначале я пропустил, к сожалению, вы видели, сейчас старт был такой неправильный немножко. 36. Так, десяточку возьмем. 46. Так, это что такое? Это ускорение или это нельзя было наступать, не понял я. Так, монеты собираем. Двадцаточка, смотрите, сколько у нас. 103. 133. Ну, я, правда, сломал что-то. Походу, потерял парочку. 152, ну, что-то. А я по центру проеду или я все ломаю? А, видите, когда я большой, я все ломаю. То есть я не такой узкий еще к тому же. Ну, там еще много. 20-20, это еще какие-то ворота впереди. О, тут апгрейд на урон. То есть я больше урона буду наносить, ломать буду все лучше. Ну, давайте еще попробуем дальше. Что у меня от меня хотят? Нет, спасибо. Ну все, отвалите, дайте поиграть. Все, поехали. Динь-динь-динь-динь. Так, восьмерочку взяли, 15. У меня уже 34, хороший старт. Так, здесь главное не наступить на вот это красное. Она, походу, все-таки забирает цифры, так сказать. Лава какая-то была, сейчас мы потеряли немного. Змейку свою. Ну, это не змейка, но как-то типа змейки что-то можно назвать. Так, монеточки. Сюда, хорошо. Монетки, пятерки. Давайте сбоку попробуем пройти. Вот так вот, типа, ты точно не будешь сломать все подряд. Так, так, 20. Ну, еще много было впереди. Ну, такая вот игра. Идем дальше. Третья игра. Pick me up. Подбери меня. Это мы будем таксистом, по-моему, работать, типа. Ой, подождите, нельзя ее запускать. Так, секундочку. Тут сейчас, наверное, реклама польется рекой просто. Сейчас она перезапустится. Нью-Йорк-Сити. Ой, она и лучше идет. Так, вот мы нажимаем, короче, и машина едет. Но она едет сама. То есть у нее, видите, траектория есть. Я могу только притормаживать. Вот, видите, когда машины едут, пропускать их. Ну, прикольная идея. Игра прикольная, но она, наверное, будет простенькая слишком. Ну, давайте смотреть дальше. Больше всего бесит вот это между уровнями. Сделали бы бесконечно. Вот просто подвозишь, как GTA-шки, да? Такси режим включил, у тебя время какое-то идет, и ты возишь людей и возишь. Так, привезли. Даже остановиться не надо было, я сама остановилась. Едем дальше. Так, что у нас, кто тут? Бабулька какая-то. Так, едем, едем. Ой, 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 хорошо затормозил. Так, куда далеко бабульку мы везем вообще? Она на заправку какую-то работает, наверное, там кассиршей. Да, или, может быть, убирает заправки. Тоже надо убирать. Все надо чистить, убирать, чтобы все сверкало там. Тоже можно работать. Ну, конечно, можно и бензин заправлять, но это все-таки немножко, наверное, физическая работа. Бабуля там не будет работать, скорее всего. Но, по крайней мере, я никогда не видел на заправке бабуль, потому что там бывают какие-то ситуации, что надо еще-то применить свою физическую силу, что-то помочь там, то все. Бывает что-то там такое. Так, едем, едем дальше мы сюда. Ой, какая скорость у нас. Ой, хорошо, это что-то отель какой-то, или это больница, непонятно, большое здание, привезли кого-то, четвертый уровень пройден, новую тачку нам говорят открыли, а зачем мне новая тачка, если тут игра, она сама едет, типа быстрее будет ехать, а что меняется, я и так, по-моему, очень быстро, я еле успеваю тут останавливаться иногда перед машинами, поэтому не знаю, мне кажется, скорость мне тут не нужна, вот может быть комфорт пассажирам какой-нибудь внутри, чтобы у нее там салон мягкий был, видеорентал, ой, раньше это сейчас тоже в США есть, это еще диски в аренду берут, там, знаете, на день $5 стоит, или там $1, $2, возвращаешь через 10 дней, там $20 платишь, ну, диск посмотреть берешь, там, с фильмом или еще что-то, не покупая его, так сказать, платишь по дням, главное его вернуть вовремя, вот и все, джим, это тренажерка, вот тренажерку, короче, отвезли, ну, короче, вот такая игра, идем дальше, ПВЗ надо Wi-Fi, по-моему, врубать. Здесь можно против реальных игроков играть, но я не буду против реальных, у меня колода плохая. Мы поиграем, наверное, за сторону зомбаков. Давайте за зомбаков. Видите, миссия за зомби 3 из 200 у меня. Вот, давайте играть. Let's rock. Поехали. Немножко заставочек. Кстати, русский язык есть в этой игре или нет? Я, по-моему, нету. Я чуть не видел. Так, ну что мы тут? Ну, наверное, не будем ничего менять. Вроде нормальный старт. Довольно дешевый. Может, тройку сменим, да. Хорошо, мы первые, да, ходим. А, игрок в теннис, да, зомбак. Ну, можно сюда, он, по-моему, сверху может стоять. Да, лучше всего, наверное. Не знаю, на самом деле, зачем я сверху поставил. Поставил 4-1, к сожалению, да, сейчас погибнет от обычного игрохомета. Но он сам по себе обычный, тоже единичку стоил, так что ничего такого. Так, что дальше, что дальше? Так. Так, что тут написано? Ой, это обычный, давайте поставим. По-моему, у него нет способностей, такого можно ставить. Ставим, ну что, давай, заморозку кто-то на меня ставит, хорошо, бам, замерз, отлично, что дальше,
Там какое-то растение напротив. Он, кстати, атаковать не будет, я так понимаю. И... Или будет. Он же замерз. Да, и получается все. Ой-ой-ой. Очень плохо. Мы потеряли там. Да, потеряли. Тогда будем здесь все делать. Будем здесь. Считаем, что мы пока там не можем отбиваться. Мы поставим так. Так, что-то усиливает, да? 4, блин, тоже не убьем этого растения. Ай-яй-яй. С мышками, видите? Мышки в атаку пошли такие. Хоп. Так, что дальше? Так. Такую-то, такую. Так. Что дальше? Ага, погиб. Ну, это, по-моему, на воде можно ставить. У него, кстати, против воды, может, ничего и нету. Я буду по воде атаковать да, его. Давайте так и сделаем. Ой, заморозку ставит. И сейчас напротив него поставит растение, походу. Блин, там растение вообще 7-8. Оно каждый ход сильнее становится. Как его освободить теперь? Ой, как его вообще победить? А, получает 2 на 2 каждый раз, когда зомби заморожен. Вот что это такое. Так, 3 урона какому-то растению. Ну, давайте вот этому. А, случайным или как вообще? Подождите. А, ну нет, этому все правильно. Я выбрал кого-то. Ну, есть. Этот замороженный остается жить, но не атакует. У нас 10 здоровья всего лишь. Надо прикрывать нашего героя. Вот эти спереди ставить, наверное, будет. Что-то. Все зомби получают плюс 2. Так, давайте только не сразу, наверное. 3-2, да? Ладно, давайте поставим здесь его, блокируем одну атаку, и мы же по нему тоже бьем. Видите, 5 урона сейчас и 4 по нему будет. Так что нормально пока что. Так. У него 6 здоровья, у меня 7. Я еще могу выиграть, на самом деле. Сейчас только подставить надо. Так, а что это делает? 2 урона за каждого танцующего зомби. Ну, у меня нету танцующего зомби. Короче, ставим сюда и все. Сейчас мы ему нанесем... О, так мы его убиваем. А у меня нет, он мне 4 урона нанесет. А я ему нанесу... А, он передвинулся почему-то. А это что такое? Нанести 2 урона. О, вот сюда нанесем 2 урона, смотрите. Все, мы должны победить, походу. Смотрите, смотрите. Так, там это ерунда. Это 3 урона мне. У меня щит сработал, я бессмертный. Давайте, что-то там делаем, не знаю. Бам. У него сработало. Ага, он еще один ход проживет. Ну ладно. Ой, 5 урона, это куда, моему герою? Нет, это не моему герою, хорошо. Так, ну я могу выиграть. Мне только надо центр прикрыть. Все, я побеждаю. Готово. Все, победа. Та-дам! Победили. Какая награда сейчас за каждый матч? Я забыл вообще. 10 каких-то билетов, да? И какие-то задания, типа, выполняются. Ясно. Вот, еще что-то сделал. А, за них потом паки покупаешь с новыми картами. Понятно. Ну, там очень много надо этих бриллиантов. Там дорого. Там один пак, по-моему, 100 или 150 стоит. Mario Kart у нас следующая игра. Поехали. А, давно не играл, но в свое время, когда эта игра выходила, я в нее, наверное, 2 месяца или 3 играл практически. Ну, часто там, каждую неделю. Не каждый день, конечно, каждую неделю. И, ну, она хорошая играет. Просто она такая, слишком простенькая какая-то. Я не знаю, довольно легкая. И без доната тут все открывается вообще там вообще. Никаких проблем. Так, Нью-Йорк какой-то. Я сейчас не знаю, что играть. Давайте вот это играть. Берем все, как тут написано. Все самое верхнее, самое лучшее считается. Все, поехали. Тут есть кнопка уже авто. Может быть, это сама игра за тебя играет. Типа твой персонаж сам поедет. То есть тут сделана игра здесь. Ну, японцы так много всего в эту игру добавили, что, ну, как бы, позавидовать любая игра должна. Очень хорошая поддержка в этой игре. Ну, и скачек было очень много в начале. Ой, плохо это, я забыл, как играть, сразу нельзя нажимать. Ну что, мы в Нью-Йорке, кстати. Походу, это ж Нью-Йорк, да? Какая скорость большая, ребята, просто, ну, просто. Еле успеваешь кнопки нажимать, такая скорость. Ё-моё, какая реакция тут нужна. Это вообще, кто в такие игры играет? Тут просто гении должны играть, чтобы с такой скоростью в повороты входить. Ой, бананчик какой. Ну, давайте поставим. Одним пальцем игра играется, без проблем. Чисто налево поворот, направо, и иногда щелкнуть 2 раза это, чтобы бонус использовать. Чисто просто 2 раза так тап-тап. Ой, френди какой. Тут надо тапать бесконечно, по-моему, да. Вот так вот тапаем, она ускоряется. Еще и монетки идут нам бесконечные. Крутой бонус получился. 2-й круг начинается.
едем. Ой-ой-ой, что-то прилетело у меня из ниоткуда просто. Скорость никакая. Так, это что-то... А, это сзади, смотрите. Можно смотреть, как и сзади все едут такие. Ух, как она едет. И как все за ней едут. Ну вот напомнила мне Super Mario Odyssey игру. Она просто шикарная. Очень мне запомнилась. Я ее полностью прошел. Ну, конечно, я там все не собирал. Но там интересно, конечно, она сделана. Очень интересно. Молодцы, такую игру сделали. Странно, что следующего Марио не выпустили. Это же игра вышла 4 года назад или 5. И они до сих пор нового Марио не выпустили никакого. Ну, такого, как в Odyssey. Странно. По-моему, можно было сразу следующую заказать игру. Потому что, ну, это просто шедевр был. Просто очень хорошая игра, конечно. Не знаю, кто ее делал. Но это гении делали эту игру. Super Mario Odyssey. Ладно, последняя игра, ребята, у нас Ben 10. Ben 10 это, ну, это такая вот бегалка, но, знаете, второсортная немножко. Но для фанатов Ben 10 сойдет. Для кто смотрит мультфильм этот, у него там часы какие-то крутые, да, и время от времени он превращается в мутанта, и время от времени что-то происходит не то. Ну, я описание мультфильма смотрел. Время от времени что-то происходит не то, в плане он может превратиться не в того монстра, ну там по мультфильму, или еще что-то не сработает, превращение, или гаджет сломается, там какие-то нюансы бывают. Короче, здесь у меня, кстати, тоже сохранение было хорошее, но, блин, не знаю, я... Ну, облако что-то не сохранялось, игра, и я переустановил iPad и с нуля все скачал, и игра без сохранения. Но я не переживаю, что тут сохранять, игра такая, как я сказал, мягко говоря, не самая лучшая. Но именно если вы фанат, наверное, Ben 10 можно поиграть. Но есть получше. Игра называется Ben 10 Super Slime, по-моему. Или как-то так, слайм, короче. И там она реально интересная и сложная. Там бегать надо. Я показывал ее много раз. Она реально стоит вашего внимания. Ну, реально хорошая игра. Да я даже не знаю, как там далеко дойти. То есть мне бы хотелось ее взломать и посмотреть, что там дальше. Потому что там такая сложность начинается уже с третьего острова. Там четвертый, наверное, есть, пятый. Я не знаю даже сколько. Потому что там одна ошибка, и даже нету ни доната, ничего, никаким образом ты продолжить не можешь. Поэтому одна ошибка, и все, ты начинаешь с нуля. То есть там каждый раз с нуля начинаешь, пытаешься пройти дальше на каждый остров. Но там сложно, реально. Там надо думать, рассчитывать, не спешить во многих моментах. И плюс немножко удачи должно быть, потому что там бывают такие моменты, просто из-за невезухи умираешь, погибаешь, заново начинаешь. Ну что ж, давайте еще посмакуем эту гениальную игру. Ну, может быть, игра и хорошая, просто она сделана, ну, бюджет игры был низкий, вот этой Ben 10. Поэтому она кажется такой простенькой, немножко по сравнению на фоне других, и она идет в 30 кадров в секунду, чувствуются вот рывки такие, ну, нет плавности анимации какой-то, это все чувствуется. Но если бы, может быть, бюджет был получше, может быть, и лучше была бы игра. Просто Subway Surfer, она же сколько, 10 лет назад вышла, ее постоянно обновляли. Она тоже изначально сырой вышла. А здесь она вышла, и ее просто не обновляли, эту игру. То есть она как вышла, там что-то буквально месяц, два, три что-то вышло, минимум обновления, какие-то глюки исправили, и все. И забили на нее. А Subway Surfer, например, у них в месяц два обновления на протяжении уже 10 лет, если не больше, выходит. Представляете, сколько обновлений. А бывает, что и 4, там 3 обновления. Там бывает Хэллоуин какой-нибудь выходит, еще что-то. Поэтому тут такое дело. Тут такое дело. Все зависит от бюджета и от разработчиков, поддерживают игру или нет. Вон Sonic Dash 2, например, да, игра. Она типа должна была быть лучше, чем Sonic Dash первой части, да? Лучше. Но она как бы и лучше там по многим параметрам. Ну, новая там идея, что три персонажа бегут и прочее. Но... Там не было обновлений. То ли мало игроков скачало игру, и они уже видели, что ну мало кому она интересна, и решили вообще обновление выпускать. Но вначале что-то повыпускали и забили. И уже лет 6 или сколько там она, по сути, без обновлений выходит. Ну, в нее еще кто-то играет, я иногда тоже запускаю, но игра так себе, конечно. Вот что-то мы выиграли, 3 звезды, там следующий уровень начинается. Вот такая вот игрулька. Все, значит, сегодняшний выпуск подходит к концу. Спасибо, что смотрели. Сразу спойлер на следующую часть. У нас будет... Ой, Abdob 4 будем сразу рисовать. Потом побегаем в Minion Rush и в Ladybug. Дальше эта игра новая для меня. Omnom 3, я не знаю, что это, не играл. Bulldozer Race тоже не играл, не знаю. И Run of Life тоже новая. У меня 3 игры в следующем выпуске новые. Так что приходите, будем смотреть. Может, что-то стоящее вышло. Все, раз вас я попрошу поставить лайк, подписаться на канал. И увидимся в следующем выпуске. Пишите комментарии, все читаю.
Все, не скучайте. Скоро следующий выпуск. Всем пока.